Okay, Marsha wanted me to show you. Маша хотела показать. Something that is for the latest module. Что-то, что обычно демонстрируется на более поздних семинарах. Just to show you something about the Просто показать, насколько важны Гольджи, и в том числе это будет очень интересно для кинезиологов и остеопатов. In AKA. Прикладной. In chiropractors. И у мануальных терапевтов. Maybe in osteopaths. И у остеопатов. They name it fixation. Они называют это фиксацией. When three or more vertebras. Это когда три или больше позвонков. Lock. Вот такой замок. Okay. This complex of vertebras. Этот комплекс позвонков. Has a specific inhibition pattern. Имеет всегда специфический ингибиционный паттерн мышечный. It global, it bilateral inhibition of a specific muscle. Как правило, это билатеральная ингибиция конкретных мышц. In the area of the occiput. В районе затылочной кости. We have the level that inhibits bilateral psoas. А у нас есть ценность 1, да, и мы знаем, что в классической ингибиции будет докторальная слабость по пояснично-подвздошных мышц двух сторон. Правильно? In this case, в нашем случае. One. And second, one are very weak. Оба псоаса слабые. It describes that in this specific bilateral weakness, this specific fixation. Описано, что конкретно при этой фиксации. That if the patient moves the tongue to one side or to the other. Если пациент сдвинет язык в одну сторону или в другую. One side is going to facilitate the muscles. То, когда мы сдвинем язык в одну сторону, то у нас усилится какая-либо из мышц. To the left, facilitate both sides. Если она сдвигает язык налево, то с двух сторон. But to the right, doesn't work. Нет, не с двух сторон. Справа слева усиливается пояснично-подвздошный, справа. The classical description. Это классическое описание фиксации. The treatment of fixation. Лечение фиксации. Required three different steps. Нам нужно три разных шага. Rarely even the chiropractor know how to do it. Даже мануальный терапевт редко знает, что можно сделать. We need to test. The rotation of the vertebras. Протестировать ротацию позвонков. How the lamina move forward more than the other one. Как позвоночная двигается в какую сторону? To know what is the direction of the fixation. Чтобы определить, как корректировать эту фиксацию. And then with this information we can look for two spots to adjust. И потом мы можем сделать мануальную терапию, то есть крак-крак, да, крекнуть и. Some chiropractors just adjust the neck. Некоторые мануальные терапевты просто делают коррекцию на шее. And often. И очень часто. Improves the problem. Это помогает и сила подвздошных мышц восстанавливается. The primary becomes active again and Но опять же в случае ПТР, да, это помогает до того момента, пока мы не стимулируем еще раз первичную дисфункцию. Who knows here how to adjust it? Кто умеет кракать? Okay. Александр Сергеевич, можно вас попросить? Да, если пациентка разрешает, и если у него действительно с вашей точки зрения есть фиксация. Что сначала протестируйте и скажите, you know есть фиксация или нет. Steps, in AK, pattern, если вы знаете, как сделать, есть фиксация? Да, есть. Для двусторонней фиксации у нее... So she's got the fixation from both sides. Okay, go ahead. Можно, да, сделать? Либо косой может делать, либо цепечь, либо оба прекрасно. Коррекцию. Да, можно? Конечно, да. Я бы не хочу. The classical chiropractor adjustment. Классическая. Коррекция мануальных терапевтов. Not a specific adjustment for the
фиксация. Это не специфическая коррекция, но это коррекция фиксации. Все прекрасно знает мануальную терапию, очень плохо. А можно попросить, чтобы Хосе с другой стороны сделал тоже? С одной стороны, больше, но с другой стороны. Я убрал у нее сейчас фиксацию передел, да? Начал как справа. Да? Окей. Сейчас уберу, не включу. Сейчас, Александр Сергеевич, вы с одной стороны, да, сейчас убираете? Да, другой. From one side he cleared it. Она ушла сама, по-моему, сейчас. Ну, она стала значительно свободнее. Okay, he said that it's much more free now, but maybe something is left. So, усилился. Да. We can ask osteopat to see. Okay, osteopat, for the superior. Ты знаешь про фиксацию здесь? Можешь про слышать? Well, it's okay. C0C1. This is okay. Прослушать, если с твоей точки зрения остеопата фиксация C0C1. Уже полечили. Уже полечили. Ну, там еще немножко осталось, но так. Сейчас ингибиция еще хорошо сделает. Равновесие на тонечную кость. У нее остается фиксация с правой стороны. There is a fixation on the right side. It's not huge fixation, but still. Остеопатически ты можешь, сколько у тебя времени займет полечить? Ну, я обычно не лечу. Okay. Normally she herself does not treat the neck for that? Обычно только раз в день. Okay. А сколько по времени займет? Нет, ну минут сколько? Минут 5-10 займет. So if they go osteopath, people gonna treat that, they're gonna do the trust for about 5-10 minutes to see if it's... То есть сделано, да, все? Нет, там надо снимать напряжение. Окей, she says that there are some legs, the muscles, and the occipital. Там есть фиксация затылочных мышц, которые надо снять перебиться. They're saying that she has a fixation of the muscles, which they have to inhibit in a special way with their manipulation. Потом надо обязательно посмотреть на твердую руку. And then they have to check the dura to see if there is a fixation. They have to check the fixation of the dura, they have to check the cerebellum, they have to check the adjustment of the cerebellum. All together will take about 10 minutes to treat that. Please. Okay. Okay, go ahead. 10 минут пролечите, пожалуйста, как бы вы пролечили. Не будем тратить время, но не надо. Я знаю, что будет неэффективно. Кисы забывают. Это шоу. Не надо, не будет шоу, мало. Don't waste the time, show us pediatrics. Okay. Есть шоу? Ты же как следует, да? Сид пробом. Садись. Он очень мягко стучит. It's a keyboard. Это как клавиатура. Просто стимулировал сначала первичную и нагрузил вторую. Не совсем. Перевернись, пожалуйста. Снимаешь, можешь снять жилет? Держи ногу, кстати. Здесь, на этом уровне. Double steam. Отель. Сейчас он сначала мышцу индикатор направо, он берет икроножную мышцу, да, как индикатор, а ингибирует. Okay, it's primary. Primary root. Primary. What do you see? Cosmic. Stimul Golgi. Двойной Golgi, да. Да, мы же вот в этом области будем показывать в зоне заточной кости. Main secondary. Нашел первичную, основную, вторичную. А, can you please do... А, ну так это...
Ладно? Да. Там тоже больше. Больше, больше? Больше, больше, да. Пожалуйста. Переворачивайся. Я проверю. Можете, пожалуйста, проверить, насколько изменилось? И Катя, ты, и ты да, тоже. Да. То есть ты вот слушала да. до этого и после да. этого? Так, ложись. Сейчас он проверит. Okay, if I'm going to be very, very strict, something in the sacrum from the leg side up, nothing in the neck. Проверите, есть претензии, как можно... Поменялось что-то по вашей диагностике? Ну, я скажу, может, все-таки напряжение сохраняется следующее. Okay, he says that on the left there is thin tension. Maybe something else. Нужно напряжение сохраняется. But the fixation is done. Но фиксацию мы убрали. Да, я хочу вам сказать. The question. То, что он делал на кольце, делал на затылке. Не связано ли это с воздействием на оболочку? What you did with occiput and sacrum, has it got any connection with dura? No, not at all. Dura, usually the primary is in one side and the golgi is in the other side, often with the lower brother. Очень часто по лавету, по братьям, по сводным братьям, очень-очень часто бывает дисфункция. Но это не правило. Гольджи мог где угодно, мы должны опять нашли гольджи. И опять проверяем вторичную. Просто Хосе все это видит сразу, поэтому он не... Это многостистая связка позвоночника, там больше. И вторые больше запрочные костей.